Всем привет! Приобрел вот такую вот красавицу, 70-й размер, огромный колпак на огромную мордяку. Но, как вы видите, состояние у нее из земли, скажем так. Вся проржавела, дырок на сквозных нету, пулевое есть, он маленькое на темечке. А так, работы предстоит немало, но покажу, что из этого получится. Так, я первый, второй слой грязный наложил, немножко зачухал, внутри еще не трогал, так что движется работка. Здоровенная, конечно, кастрюля. Так что делаю потихоньку. Так, ну что, предварительно более-менее я закончил. Купол я оставляю аутентичным. До подшлемника будет идти покраска. Сделал вентиляцию новую. И приступаю к покраске черным матом. Первый грунтовой слой наложу. Все. Подожду, пускай высохнет. Будет матовая. Ну что, я закончил покраску. Вот что у меня получилось. Огромная каска, 70 сантиметров, окружность по кламерам очень редкая, М42.